Широкий универсальный фрезерный станок, надежный и в то же время простой в работе. Fabtech FHU-4A. Сегодня поговорим именно о нем. Приветствую вас на канале Модсклад, меня зовут Алексей. Этот станок находится на нашей производственной площадке, и мы сами каждый день на нем работаем. В нашем цехе он выполняет различные операции. Фрезеровку шпоночного паза на валах, фрезеровку граней на больших гайках, а сегодня мы обрабатываем опору под подшипник. Естественно, этот фрезер может выполнять гораздо больше операций, на то он и широкоуниверсальный. Конструкция станка крайне простая. Три оси, по которым происходит обработка. X, Y, Z, где X и Y – это продольное и поперечное перемещение стола, а Z – вертикальное перемещение, которое влияет на величину съема материала. Теперь пробежимся по типам обработки. Их тут два – автоматический и ручной. В автоматическом режиме перемещение стола регулируется концевиками, а в ручном режиме обработка происходит с помощью маховиков. Данные о перемещении осей выводятся на УЦИ, которая располагается на панели управления. Также на станке два шпинделя, один вертикальный, второй горизонтальный. В них через оправки устанавливаются необходимые фрезы. Вертикальный шпиндель имеет функцию поворота и наклона, что увеличивает возможности по обработке сложных изделий. На правой части располагаются коробки передач для вертикального и горизонтального шпинделя. Широкоуниверсальный фрезерный станок Fabtech находится на нашей производственной площадке в Подмосковье, поэтому вы можете увидеть его в работе и решить, подходит он под ваши задачи или нет. Демонстрация станка абсолютно бесплатная. Звоните по телефону, договаривайтесь и приезжайте к нам в гости.